Мы снова на реке Усманка, снова на нашем любимом месте. Ветерочек дует небольшой, но в целом погода прекрасная. Так что будем сейчас попробуем половить. Давай. Сошла. Сошла. Ну что, попробуем еще так туда же кинуть. Ну ты, зараза, не поймешь, сегодня люди на Воронеже ловят, говорят, нет поклевок. А мы сюда приехали, сразу поклевка. Буквально на втором забросе. Вот. Так что тут не угадаешь. Но место это неплохое. Ловить тут можно. Сегодня хорошо, сегодня никого нету. Сегодня тишина у нас тут. Никакого аншлага. В прошлый раз 3 лодки плавало. Еще по берегу люди ходили. И то мы поймали щучку. Ох, хорошо как пошло. Прям по ветру, отлично. Вот с таким ветром надо сюда приезжать прям. Так хорошо пулять тут. Летит под тот берег. Прямо к щуке. Ну что, пора поэкспериментировать. Заметьте, на какие яркие цвета я сегодня целый день ловлю. Вот поклевка была, вот только на вот эту хрень. Сейчас хочу попробовать вот это поставить. Принципиально другой цвет. В путь! Ребят, будете смеяться, блядь, а темно это сработало, приманка-то. Сработало-то темное. Ну что, запечатлели? Давай беги! Видать, она одна тут была. Это, наверное, одна с утра. То есть сначала клюнула, потом очухалась, осмелела и еще раз клюнула. Теперь до завтра будет очухиваться. Память у рыбы 3 секунды. Хрен там, у рыбы память 3 секунды, блин. Она сейчас еще часа 3 будет где-нибудь ныкаться, прятаться. Ух ты, как ничего себе я закинул. Ну что, ребят, наверное, на сегодня заканчивать надо. И вот что интересно, вот даже вот весной, казалось бы, принято считать, что весной щука любит яркие расцветки, мутная вода. Но при всем при этом не надо забывать экспериментировать, потому что вот сначала был сход вот с этой приманочки, а потом мы поставили вот такую вот фигню, и на нее клюнуло. То есть смена приманки все равно, даже мутная вода, все это ерунда абсолютно. Надо просто менять приманки, потому что здесь очень много народу крутится. Все кидают что-то очень яркое. Вполне возможно, она тоже привыкает, начинает бояться. И нужно просто менять что-то. Так что экспериментируйте, смотрите.
Ну, а на сегодня, наверное, все. Поедем домой. Пока-пока.